Нарушения правил дорожного движения давно не вызывают удивления у большинства ивановцев. Привлечь к ответственности каждого недобросовестного автолюбителя практически невозможно. В нескольких регионах власти даже создали отдельное мобильное приложение для фотофиксации и автоматической отправки в надзорный орган. Недавно Пленум Верховного суда объявил способы борьбы с нарушителями через специальные программы вне закона. В перечне устройств, с помощью которых можно зафиксировать несоблюдение правил, планшета или смартфона нет. Однако это не означает, что автохамы останутся безнаказанными. С помощью своего гаджета можно и нужно снимать на видео или фотографировать неподобающее поведение водителей. Главное – отправить жалобу по установленной форме. Любой гражданин, заметив нарушение со стороны правил дорожного движения и засняв его на свой гаджет, имеет право отправить инспекторам через определенный сайт, называется который ГИБДД, заполнив определенную форму, отправить инспекторам, которые в течение 30 дней должны провести разыскные мероприятия. По истечении 30 дней, если инспектор результатов никаких не видел, он продлевается в соответствии с нормативными документами своими еще на 30 дней, по истечению которых он должен вынести определенное решение. Либо человека, нарушившего правила дорожного движения, он находит, либо нет. Тем не менее, гражданин или заявитель получает ответ от инспекторов.